Ребят, всем привет, вы на канале Папа Фан, во машинке Драйв Ахэд, сегодня у нас будет Hot Wheels. Так, новую тачку мы, короче, будем выбивать в этой игре. Давайте заглянем, не будем тормозить и посмотрим, что у нас в награду, какая машинка. Так, ребята, 5 бесплатных подарков, спасибочки, выберите тачку. И кто у нас в награду? Стрит Виннер. Угу. 4000 баллов наберем с вами и получим эту тачку Street Winner. Так, берем с вами так. Короче, такую же тачку, как в прошлый раз, ребят. Снегомет, как он называется, ребят, не помню. Короче, вот эту тачку, которая стреляет снежками по сторонам, просто распыляет эти снежки. Ну, тем более у нас зима сейчас. Почему бы нам не поиграть в снежки с гориллой, да, ребята? Так что давайте все запускаем. У нас 13 билетов. Это максимально. Хотя, может, и не максимально. Короче, ну, больше 13 билетов я никогда, ребят, не получал. Не дают мне больше 13 билетиков. Так, 5 билетов всегда стабильно перед запуском, перед началом боя. Всегда стабильно накидывают 5 билетиков, ребят. Это даже бесспорно. На рекламках, я помню, максимально до 8 билетов можно только набить. Чувачок, подожди-ка. Это, короче, вот такую тачку мы с вами сегодня получим. Вот на которой гоняет наш враг. Такую же тачку мы сегодня с вами должны получить в коллекцию. Так, где горилла? Вот он. Давайте-ка сейчас сменим мы с вами локацию. Давай, снежку. Ба-бам, прям на тебе, прям в челюсть, чувачок. Ты думаешь, сейчас будешь бить? Ба-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 
стоит топливо брать? Или подождать немножко? Ладно, возьмем. Так, кто там? Где? Где прощеныш у нас? Ух ты. Бургер какой-то. Мотобургер. Мотобургер. Слушай, они высоко сидят, кстати, эти бургеры. Какие-то опасные. Опасные чувачки. Но мы тебя сейчас просто оседлаем. Ой, ё-моё, они друг друга просто уничтожили. Ой, блин, ребята, нет. Ровно косарик, ребята, ровно 1000 очков. Продолжай играть, чтобы увеличить свои суммарные очки. Окей. Продолжаем играть, чтобы увеличить свои суммарные очки. Хорошо, я понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вставай, пока не поздно, дружище. Вот здесь наконец-то встал. Иначе, если у нас закончится бессмертие, неуязвимость, ребят, то мы просто с вами попадем. Ё-моё! А, топливо берем. Еще одно топливо возьмем, и с вами мы станем неуязвимыми. Так, а где босс? Почему я тебя не вижу? Мы же вроде после троих этих... Hot Wheels датчик должен появиться на горилла. Ага, появился, ребят. Ну что, берем неуязвимость. Давай, снежком по башке. У-ху, банс! На, снежком, еще там залетел на него снежочек, ребят. Бамс! Прямо в челюсть, просто апперкот какой-то, ребят. Вот это да. Так, ждем. Не будем пока брать топливо. Эй, блин, я сказал, не будем. Сам прям на него налетел. Ну как, чуть-чуть задел и все-таки взял. Как же вы мне бургеры эти не нравятся, ребят. Что-то они реально высоко сидят. До них добраться тяжеловато. Нет, нет, не дамся. У-ху! Сам, что ли? А? Неудачник. На! Ай, блин, ребят, топливо, топливо, топливо. Что ты будешь делать? Вы что-то меня бесите. Давайте берем топливо, короче. Не-не-не-не-не-не. Аккуратней, тише будь, приятель. Ты тише. Так, 1250 у нас появляется босс. Еще чудик на банане. Что он здесь забыл, ребят? Еще один чудик на банане. Берем неуязвимость, параллельно просто кошмарим гориллу. Просто кидаем в него снежками этих банана колесиков. Ой! А, у нас неуязвимый. А-ха-ха.
Кстати, те глыбы тут придавили бананы. Бананчиков придавили эти глыбы. Так, ребята, топливо, топливо. Нам бы неуязвимость где-нибудь достать. Опять штук ты. Серьезно? Но. Бэмс. Ой! Стоять, банан! Стоять! Дайте мне мое топливо! Ну-ка, отдали быстро. Смотрите, ребят, реально живучий банан. Я его просто не могу припечатать. Он закрывается. Ай! Уходим, иначе нас сейчас этот байкер... А! Своим же снежком же и по башке получил, ребят. 1800 зато мы с вами срубили. Хм, прикольно. Давайте дальше. 250 огнеболты мы с вами получили. Так, сколько у нас в итоге? 2800 пока есть. Еще 500 взяли. Ребят, остается 1200 баллов, и мы, в принципе, заберем нашу новенькую тачку Hot Wheels. Окей. Давайте сделаем это красиво. А может, некрасиво. А может, я будем тупить, чудить и реально сделаем это отвратительно. Но все-таки мы это должны сделать. Так, снежочек аккуратней. Ребята, 1200 каких-то жалких баллов нам всего лишь нужно набрать. Сейчас мы этим вопросом... Да уйди ты, ёшкин ты макарёшкин, ай! Меня бесишь. Стоять бояться. Ой, блин! Да, я же говорил сейчас. Ну, некрасиво, короче, делаем, ребят. Всего лишь 100 баллов получил. Ну, как всегда, под конец я начинаю чудить. Как всегда, под конец я просто начинаю что-то не то творить. Это у нас уже по традиции так. Да ё-моё, ты встанешь нормально, нет? Как же ты непослушный ты какой. Бэ-бэ. Я на этот раз вас сейчас просто... сам себя. Неудачник. Иху! Берем, ребят, неуязвимость, давай, уху, давай, горилла, иди сюда, горилла. Огромный горилла, ты чё, решил на моей башке плясать? Нет, не тут-то был, баданс, на тебе по челюсти, понял? Будешь знать, как... На еще, понял? На-ка еще давай. Баданс, не успел ты по стеночке-то стукнуть. Нет, глыбы твои на меня на этот раз не обрушатся, ребят. Ага, поехали за топливом. Бэмс, бургер. Ай, блин, как они меня бесят, эти бургеры. Ой, блинский, как они реально меня бесят, ребят. Не хватает нам... Не хватает 250 баллов. Да. Да. Ей, колясочники. Даем обратно. Ай. Ребят, чё? Топливо. Берем топливо. Лишь бы снежком по башке не получить. Давай этого. Ай, ты чё-то на мое место встал, кажется. Давай берем неуязвимость. Баданс. Ребята, все у нас, короче, уже 300 баллов. Нам нужно было всего 250. Давайте посмотрим, сколько мы максимально с вами продержимся. Горел, ты только вылез сейчас. Ты по челюсти. На. Понял? Вот так вот. Здесь тебе вообще делать нечего. На! Ты еще хочешь что? На! Не получилось! Ай! Слушайте, глыбы падают. Так, ладно. Успели, допустим. Так, сейчас мы топливо возьмем. Да, берем. Потому что эти... Меня бесят эти бургеры. Они прям какие-то серьезные. Их тяжело подбить, потому что они высокие. Сидят слишком высоко, ребят. Так, я не понял. Я не понял, какого лешего я тебя никак не забодаю, ребят. На лошадку, на лошадку. Есть. Обоих просто дабл килл. Ах ты ж, какой вредный. Ай, вы туда, я сюда тогда. Ай, я обратно тогда, вы сюда. Ай, топливо. Ай, блинский. Ай, я ухожу. Не бейте меня. Добрый тачка Hot Wheels. Добрый тачка Hot Wheels. Ага. Ребят, топливо берем, короче. Да и чтоб тебя. На еще горилла. Глупая горилла. На еще. Надо было дать ему ударить все-таки по стеночке, чтобы он обрушил гнев этих просто глыб на своих
помощников. Ой, банашка, банашка. Банашка, бананашка, ё-моё, ты всё-таки не придавил меня. Ребят, ну что, Street Winner Hot Wheels мы с вами получаем. Короче, вот как она выглядит. Вот как она выглядит. Всё, у меня больше нет слов. Ребят, остается из этого набора Горилла Атак. Атака Гориллы. Сват, полицейская тачка. За 3000 болтов можно ее купить сразу. Но мы подождем до следующей среды. И посмотрим, что будет уже через среду, ребят. Какой новенький режимчик у нас будет. Против кого мы будем воевать с вами. В том месяце у нас был кто? Паук. В этом месяце у нас кто? Горилла. В следующем месяце у нас кто? Не знаю. Так что, ребят, будем ждать. А пока что подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.